В Восточном Казахстане в рамках республиканской историко-экологической акции «Сакральное наследие Улы-Дала-Елі» участники молодежного движения «Жаңғыру жолы» посетили комплекс «Жидебай-Бөрілі» и музей «Алаш Арыстары Мухтар Ауэзов». Подробнее о путешествии молодых активистов по сакральным местам региона расскажем в сюжете. В Восточно-Казахстанской области продолжается республиканская историко-экологическая акция «Сакральное наследие Улы-Дала-Елі», инициированная молодежным движением «Жаңғыру жолы». Благодаря акции молодые активисты региона познакомились с историко-культурным центром Казахстана, комплексом «Жидебай-Бөрілі», открытым в честь памяти великого поэта-просветителя Абая Кунанбаева. В семье участники движения посетили дом-музей «Алаш Арыстары» Мухтар Ауэзов, который является первым в истории суверенного Казахстана музеем, посвященным истории движения «Алаш». Два дня мы обучаемся, учимся, ходим по музеям и что-то для себя тоже берем, как бы. Это ведь история. Историю никогда нельзя забывать. Я рад, что я в этой команде. В рамках акции председатель штаба молодежного движения «Жаңғыру жолы» Павлодарской области Элина Паули передала восточно-казахстанцам книгу «Историко-культурная экспедиция Великой степи» с записями заметок, сделанными во время поездки по сакральным местам Павлодарской области. После того, как ее заполнят ребята из Восточного Казахстана, книгу передадут штабу Алматинской области. Эта замечательная экспедиция создана для того, чтобы молодежь все-таки знакомилась с историческими и культурными местами, истории родного края. Я думаю, что цели и задачи нами были достигнуты. Я желаю нашим коллегам, да, из ВКО успешно завершить свою экспедицию и передать книгу дальше. Далее участники экспедиции отправятся в Аягасский район, посетят мавзолей Козы-Кырпеш Баян-Сулу и урочище Ахбаур.